Всем привет, с вами я, с канала Каспера. Я начинаю снимать видео с экрана своего Android-смартфона Samsung Galaxy Star Plus. Он одноядерный и чуть-чуть плагучий, наверное, я бы сказал. Я использую прошивку Axrom 3.0 от, не знаю, компании или что, Alex Kativa. Есть группа ВКонтакте. Давайте мы в нее зайдем. Раньше эта группа была предназначена для прошивки смартфона Samsung Galaxy Star Plus и Samsung Galaxy S52, что-то там. Ну, не было для Star Plus нужна была прошивка. Вот. Сейчас это вот Alex Kativa Developers. Developers. Вот. Сейчас эта группа занимается, так сказать, обучением кастомизации прошивок. То есть вот эта прошивка была что-то как-то плохо. В общем, бутлуп мы получали при установке, то есть ваш телефон не запустится, будет бесконечная загрузка. И вот главный разработчик Александр Бач, он создал фикс. Я установил эту прошивку, и все работает. В общем, дорогие друзья, да, ждите новых видео. Я буду снимать про взломы разных игр. Также пишите, какие игры вы хотите, чтобы я взломал. В принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.